Друзья, привет! Вот Наташа уже приехала, и надеемся, сейчас немножко покажем уже шопинг с Наташей. Кстати, она пересмотрела видео, которое я сняла, ей даже понравились какие-то футболки, по-моему, из Кропа, и понравились тапки. Так что сейчас зайдем за тапками, ну и будем показывать. Кстати, вам тапки понравились? Пишите комменты, ставьте лайки, и пошли за тапками. 1090. Кстати, народ, там белые, я же тебе говорю, а там белые, вот в той стороне 900 с чем-то. Ты же видео? Да. Вот. А есть, покажи еще розовые и вот эти вот. Я рассказывала, что они есть. Есть розовые, есть голубые. Тоже Tommy Hilfiger. Очень и прикольно синие. Смотрится. Синие, розовые. Покажи цены еще, кстати. Синие самые дорогие. Синие стоят 1314. Сколько они стоили, сами посмотрите. Кто не из Украины, делите на 41 доллар. А вот эти вот 1095. Ну, белые прикольные, кстати. Ну, знаешь, что я заметила? Да, они уже заляпались. Так это эти белые заляпались. А ну теперь, как посмотри, размер. Нет, я рассказывала в том, как вот размер искать. Да, так мне тяжело размер. Смотреть. Надо его ляпс. Вот так вот ляпс. Держи. Да. Вот так вот ляпс. А это какой размер? Не знаю. Девятка. 40. Я не вижу. 40. Это 40. Вообще, я вообще не вижу. Кстати, еще тут прикольные сумочки есть, мне нравятся. Наташа говорит, Гесс ей вообще не нравится. А мне вот эти вот. Вот, смотри, ты говоришь, тебе Гесс. Мне просто нравится, что она как прикольно выглядит, эта сумочка. А чем у тебя хуже? Сколько? Наташа ж прогудилась. 4690. Ну, вот такая стильная. Чем-то она мне похожа на Диор, чи на Гуччи, не знаю. Фигня, извините. Ну, вот... Кстати, можете свое мнение написать, всегда читаем, это интересно. Ну, 5000 за искусство. А сколько стоило? Ну, еще и стоит, еще распродажа. А тут распродажа нет. Все. 4, а, кстати, 6. Выробник Мьянма, она же Бирма. По-моему, тут новые вещи видно стоят. Ладно, идемте на вот ту вот стоечку, где я вот увидела уже вот. Кстати, здесь вот распродажа есть. Я вам показывала... Если не забрали еще белые, не забрали. Не забрали. О, а этих забрали, по-моему. Эти стоят. А, нет, я оттуда принесла. Нет, Пеппи Джинс сейчас. Вот сейчас я пойду мериться. 956. А вот тут что такие? Это тоже. Мне нравится, что здесь пуфички, видите? Оно не это, оно не резиновое. Я хочу, чтобы было резиновое. Нет, уж меньше. Чтобы в бассейн туда. Нет, хочу вот эти вот. Все, сейчас, наверное, пойдем. Подожди, ну чекай. Пойдем-ка мы. А эти тоньше. Эти тоньше, ну, не знаю, мне вот эти нравятся. Мне вот эти прям вообще. 1700. Так тем более, 1700 еще. Вон, вот это или что-то? Нет, я помню, не вот на той полочке. Сейчас. Мне нравится вот это вот. Вот это не нравится, вот это нравится вот это. 1295. Нет. Опять снова такие. Здесь они мягенькие, то есть могут промокнуть. А здесь резинка. Вот я хочу резинку. Резинку я хочу. Вот. Даша не понимает, почему там стоит 1000, а стоит 956. Потому что нам повезло. Я не знаю, народ. Может, последняя пара. Последняя пара этого размера. На, давай. Не бачишь, мне сдается, что оно это. Вот. После эти тапки. Вот они. Кстати, Наташа, твое мнение. Пеппи Джинс. Шапа Джонс. Мне так, знаешь, они толстые. Ты знаешь, я просто хочу посмотреть, как оно на ноге. Оно может толстые быть, а потом просто они мне будут супер. Ну, для такой цели, которую ты кажешь... Нет, эти большие явно. Это огромнейшие просто, это просто огромные. Честно, вот. Помните, я взяла 42-й в Nike, было круто. Здесь, бачишь, это не тот 42-й. Ого! Это что-то здесь 42-й, здесь такие 42-й. Потому что мне нужно. Тут за мужской, потому что 42-й. А тут Nike чуженский брал. Вот здесь просто аж нога просто вот выпадает. Ну все, так, ну что, будем сэкономили. Что сэкономили, я не поняла. Давай, да. Будем просить, наверное, 40-й, да? Да где же 40? Ну да. Ну не знаю, да. 39, где-то вот так вот. Мою ножку. Ну давайте. Да, друзья, смотрите, здесь вот размеры только 42. Нет, да, это мужские размеры. Попросили мы женские, может будет женский. Кстати, смотрите, как нужно мешок. Вот. Так что ждем мы женские размеры, даже если будут розовые или синие, да? Ну, посмотрим, померяем. Вот так жалко, что нет, но вы же видите. Вообще некрасивый. Это действительно большие. Давайте попробуем. А белого нема? Нема. Давайте и синий, и ружевый. В общем, а цехи будут? Я не знаю, какой у него. Ну, давай посмотрим. Как ну, добро, конечно, давай. Ну, будет интересно. Давай. Так, цехи приносят? Ну, смотрите, это, как я это делаю, бит вниз, 40. Это 40-й. Я думала, 41-й, это 40-й. Вот это человечий? Я не знаю, она сказала, что уже женочи до 40 лет. А ну, боком.
Не знаю, я не знаю. Когда они вот, я люблю, чтобы там оставалось еще вот пространство. Да, ну пройдись, вот пройдись. Ушла. Даже я сказала, где чувствую, что у них что-то есть. Они такие легкие. Ваша сестра, так что была уверена. Ну, я не понимаю. Давай еще все. Кстати, Наташа вот еще какой-то. Пеппи Джонс нашла за 745, но тут такая. Пеппи Джонс, Пеппи Джинс. Ой, да не. Ну, вот эта полосочка, кстати. Но она прикольная, да? Просто подождите сейчас. Давайте синенький еще. Мне здається, воно трохи велике. Вот поверни эту левую ногу. На мене, на мене. Ще на мене. Не носком, а пяткой. Ну, а ну. Слушай, ну там у меня Nike вообще просто огромный. Ну, я не знаю, давай посмотрим, что удобно. О, ну синие, конечно, благородные такие. О, синие красивые. Синие очень красивые. А ну, друзья, пишите. Я смотрю, что он больше всех. А размер одинаковый? Ну, чи нет? Сейчас. Друзья, я там уже озвучивала в том видео, и сейчас озвучу, здесь есть. Здесь нету. На тренде. Так, это 40-й тоже. Ну, смотрите. Да? Ну, есть разница. Вот такая красота. Ага. Ну, давайте я приду. Знаешь, идешь, он такой легкий, ты вообще не чувствуешь. Ну, ты, конечно, да? Не босиком идешь. Я так сумочку отбираю. Неудобно в этом идти. Это чувство, когда ты идешь в доме Хольфигера и в носках. Не знаю, кстати, может на босу ногу пройти? Носках-то на носках. Носках-то на тепленько. А вот, кстати, ну, пробуй, слушай. Просто думаю, что они просто разные. Сейчас. А ну, давай. Без носков вообще кайф, народу. Без носков кайф. А ну, повернись. Повернись, давай. Ну так вроде неплохо. Не но ты знаешь, как мне когда впритык, меня эта штука прям вот она мне вот раздражает. Ага. А еще раз, за какой размер? 41-й? Это 40-й, нет. Это 40-й? Вот мой 40-41. А сколько вы на кошке? Мы с вами в обедах взяли 42, они большие, но не классные. Ну это меньше это. Мне кажется, то ж Nike были. Ничего, ничего. Ну не знаю, мне синий, конечно. Ну, синий не пахнет. Еще раз, размер одинаковый? 40-40, да. 40-40. Один один тот, один тот. Это конечно. Идея классно. Эта идея хорошая. Мне не нравится, что эта штука висит. Ну ладно. Друзья, комменты, лайки посыпались. Вот так вот еще поставлю. И вот так вот еще. О. Ну не знаю. Давай еще пробью с белых сейчас. А ну узнай, сколько разница в цене. Как по мне, то синий. Вот это вот 1905. 1905. 1900, то есть 1100 по сути. А цей? Сейчас я подберу. Что тут удобного такого? О, реально прикольно. Ну, не знаю. Не, синий красивее, конечно. Синих удобнее было. Да? Так как это может быть? Ну, синий 1300. 1300? Он прикольный, 1300. Ну, сколько это? 200 гривен, 20 дирхам. 200 гривен не такая большая разница. Сколько это? 5 долларов? 20 дирхам. Ну, да, это вообще не... Не такая большая разница. Ну, это вот, знаете, вот в этих как-то вот... Даже вот эти вот, знаете, немножко здесь, как бы эти штуки как бы больше. Вот это вот чуть-чуть вот. Какие штуки? Ну, вот эти вот, как они выше, не больше, а выше. Но я, если честно, чекай, я одела вот сейчас синий, ой, у меня палец, я одела сейчас синий, и я поняла, что, нет, дай мне левую ногу, чтобы для сравнения, и я почувствовала, что очень, мою ногу, да, мою ногу, оно гинает очень здесь сильно. Здесь оно так раз и прижало, не давит так вот хорошо, как надо, а здесь чекай. Как будто вот выше. Слушай, ну отойди, 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 я хочу посмотреть, и ровно стань на меня, не надо мне третьей позиции. Да не, вроде одинаковые. Эти прям топчик, вот это вообще класс. Ну что-то да, как белый, как будто вот это вот. А белый тоже класс. Одень уже. Господи, кусок резины, по сути. Не прям классно, вот прям народ вообще, вот то, что надо, не знают, конечно. Нацеливались на белый за 900 чем-то, но белый немножко
лошадь. Осенний на том Хильфигер. Я тебе еще раз могу сказать, что они, вот они уже стоят, они на улице не ношены, их просто руками туда-сюда берут. Плюс-минус люди руки, белые, и они уже затираются. Белые джордановские, знаете, а темные, мне вот все подобаются. Голосуйте, да. Мне вот эти темно-синие нравятся. Ну сейчас, короче, ну, вот лайки, комменты, а мы напишем наше финальное решение. Тут собрались брать тапки, Наташа такая определяет, говорит, это чуть-чуть больше. Видно, ну, смотрите. Кстати, да? Визуально. Ну вот. Это, ну, тапок чуть-чуть вот больше. Ну что за прикол такой, реально. Ну, хотя мне удобно, я не знаю. Ну оно не видится на как бы. На это... самом деле размер и там 40, и там 40, как бы, но это странно. Как прикинь, это 0,2 миллиметра или ну сколько? 0,3. Вот смотрите, какой бы он такой вот. Ну да, это не линейка. Когда берете, потому что в Абу-Даби Наташа хотела взять кроссовки и померила. Ну там реально была распоровка. И там реально был размер больше. А тут 40 и 40, тут никакая не распоровка, это пара. Ну так как это, извините, за 5 секунд делается вот такая вещь, да, под прессом, да, раздеваются. Они стоят не знаю сколько. Да, так что... Странная история, мне так не нравится. Ну, просто когда меряешь вот по этому, да? Да, нормально. А когда меряешь так? Да лучше. Ненормально, вот она. Ну давай, блин, не знаю. Посмотри. Да? Давай спросим. Странно это все. А, Наталка розовый семерия, 38 размерчик. А ну, поверти ножкой, розовому не показывали. Ну прикольно. Кстати, синий я на кассу отнесла, мне не нравятся. Я их возьму. Классные все-таки. Мне нравятся. То есть вы с консультантом... Да, девочка смотрела, сказала, да, конечно, в Китае они делаются, вы правы. На 2-3 миллиметра они это... Пудра вот вся эта. А ты все взяла вот такие вот? Ну, я сейчас не знаю, Наталья для чего подумает. В отелях будем ездить. Вот так вот. Кстати, а помните, что у Наташи за тапочки на Флорианской купленные? Не знаю. Наталка в них ходит и едет. Тысяча. Ого. 1095. Ну, слушайте, тапки, вот как я прошла, мне комфортно. И радует, что они обе пары, ну, в смысле, тапки из резины. То есть нет такого, знаете, тут такой верхний пуш такой бывает. И он... Так я беру, чтобы и по улице выходить, и вот это. Ну, не знаю, Наталка, ты померяй, сейчас еще чувствую хороший магазин, Наташа показала. Наташа говорит, вообще хочу посмотреть, отнеси на кассу. Магазин классный, продавцы очень контактные, приличные, ну, можно снимать. Есть красивые футболки, ну вообще как бы, ну, есть вот такие вот всякие штучки. Обожаю, конечно, вот такие вот маленькие портмоне, хотя сама ими не пользуюсь. А, ты видела, кстати, Nike? Найк, то что я купила в этом, ну цвет синий, ну столько стоит, я купила в два раза дешевле. Так, народ, а вы что думаете? Красивый, мне кажется, красивый, Наташка идет. На ноге прикольно смотрится, именно видео посмотреть, ну тут такой розового они сильно не отображают цвет, они больше даже к белому, но так они розовеют чуть-чуть. Наташа говорит, а куда я буду ходить? А уже здесь скетчерсы. Помните Наташкин шопинг? Уже есть и там и другие тапочки. Вот. Ну, эти, конечно, обычно тоже ходят. Но Наташка думает еще. Мне нравится, мне надо. Так, ну, уходи вдаль. Иди гуляй. Ну, да, ты пользуешься. Уходи вдаль. Вот. Райком, лайком, комментом всегда рады. А ну, иди сюда. Говорю, тебе розовые больше идут, не знаю как-то. Я не смотрела видео вообще, если честно, где я мерила белые и синие. Но вот мне в синих просто сразу комфортнее было. А Наташа говорит, тебе розовые будут. Я не знаю почему. Просто не знаю, какие-то более светлые, а те, скажем, как черные прям. Наташа говорит, один вроде как более разношенный, чем второй. Некомфортно? Я хочу куда-то пойти. Я думаю, просто мы думаем, вот если вот на пляж, да, там одни шлепки, которые мы купили в Кении, они кожаные. Они намокнут. Одни шлепки, которые Наташа уже трут. Которые вот это, знаете, между палечи такое здесь есть. Вот один зацеп такой, у тебя и палец трут. А это не знаю все-таки. Ну, да, там стоит за 1000, но в принципе это нормальные деньги. Если это Tommy Hilfiger, даже Made in China. Ну, просто марка, ну, как бы, все-таки, если вот на тебе Tommy Hilfiger, ты себя чувствуешь более уверенно, чем на тебе тапки, которые 10 гривен стоят. Пофиг. И Наташа пофиг. Ну, вот, молодец. А мне бы хотелось, вот, как бы, раньше было пофиг, а сейчас бы хотелось в Hilfiger'е. Короче, сошлись во мнении, что Наташа идут больше, вот она посмотрела видео, идут больше розовые. Она посмотрела, синие, говорит, такие точно, говорит, никакие. Ну не мое, давай делай. Вот мне синие классно, а вот Наташа розовые классно. Ну вот что.
Еще белый, Наташа говорит, белые уже тут, тут уже стоят запачканные, то есть как бы один будет пачкаться на пляже. Вот сейчас хорошо виден синий цвет, вот прикольно. Вот. Нет, ты одень-два синих, чтобы показать. А, уже запрятал. Просто мы одели и посмотрели. Вообще просто, ну, не идут никак. Так что, если вы писали и голосовали за синие, ну, синие я выбрала. Ну, смотрите, да? Вот. Вот, синие тапочки. Вот, хорошо, а теперь одень розовый. А теперь просто... Розовый? Нет, зачем розон? Не-не-не-не, просто розовый, отойди. Не-не, не надо синий уже, одевай полностью розовый. Вот. Вот, смотрите, какая прям коллекция у нас здесь стоит тапочек. А теперь смотрите розовый, какой класс. Вот реально прикольно. В этом виде вообще улет. Еще и Томми Хилфигер на все экскурсии, все пляжи твои, пляжи там Таиланда, Бали, Шри-Ланки, Мальдив, Сейшел, дай бог туда еще поехать. И Украина. Так, все, кто поставил лайки, тоже туда попадете обязательно. А мы сейчас вот подумаем и выбор вам уже покажем, возьмем или не возьмем. Друзья, ну что, вон пакетик есть, кстати, конфетки бесплатно дают. Вы прикольные. А ну, Наташ, надо же показать, что мы такие его купили. И один, и второй. Ну, 3 гривны, ты что? Все равно есть. 0,3 дирхама, ну да, как-то странно. За такие бабки еще платишь за кулек. В общем, все купили, довольны, идем дальше. Ну, друзья, и, конечно же, в Ив Роше берем наш любимый гель. Уже показывали, почему мы за ним приходим. Покупали в Кении. Сейчас покупаем. Я даже говорю, изменили упаковку. Не, покупаем мой любимый гель обязательно. Оно там есть, в нашем городе. Да, ну в Дубае это заказывать нужно. Так что вот. Какой веселенький. Ты так нюхаешь прикольненько, да? Еще какие-то новенькие гели, ну, оливочный такой себе, еще был мой любимый апельсиновый, но его тут тоже нет. Мы сейчас, в принципе, понюхаем, но этот гель сейчас точно возьмем. Никуда не спешил. Так, Наташа довольная, потому что купили в Ив Роше, мы не только купили этот вот наш любимый кофейный аромат, купили новый скраб, да, для ног. Ну, мы в прошлый раз покупали, но нету такого аромата, что Наташа любит. Лаванда, другой. Лаванда, сейчас с мятой они делают. Вообще это сняли с производства. И ну, дали еще и подарочек дали, да, комплимент. Мыльце. Вот. Приятно пахнет, такой маленький кусочек. Ну, приятно. Вообще никогда ничего не давали. И конвертик там дали, куча купонов еще, там 20% скидки. Переверни, что и в Роше. И новую карточку Наташе дали. Ну, вообще, шикарно, шоколадно. Ставьте лайки. Это мне друзья, в прошлом видео я вам рассказывала, что Пузата Хата просто очень крутая, очень крутое заведение, где можно попробовать вот истинно украинскую еду. Пузата Хата, вон уже очередь, кстати, здесь больше всего людей. Конечно же, здесь есть вкусные вареники и котлеты, буду рассказывать сейчас. Так, у Наташи фунчоза это что-то такое китайское, ну, макароны, да, макарошки такие, макарошки, ножницы, да? 110 стоит, курица. Вот чек. За все мы заплатили, за все. Вот это вот 368 гривен. Спасибо. Наташина фунчоза вкусная, да, слава богу, потому что он Пузату Хату уж так разрекламировал. А 110 стоит. Дальше котлетка стоит, котлетка домашняя, не знаю из чего, куриная. 44 Я думаю, не куриная, это мясо. Ага, написано котлета домашняя. Домашняя, значит, свиная. Ням-ням-ням. Так, дальше торт из кабачков. Мы очень его любим, но я люблю печеночный. Он бывает в зиму печеночный. Да, он слоеный, да. Да, он очень-очень вкусный, прекрасный, но я что-то сейчас его не захотела. 58 стоит. Такая красота. 58. Ням-ням, вкусный. Ням-ням, да? Угу. Напитки у Наташи Узвар, у меня лимонад по 26. Один напиток 26 гривен стоит. Дальше у меня вареники с картошкой, и они стоят 54 гривны, это порция. И суп у меня, окрошка холодненькая, ну, да, 50 гривен стоит. Что где-то входит в окрошку? Да, ну давайте поколупаем окрошку. Окрошка симпатичная. Яйцо, и картошка, кофе, и яйца, картошка, и колбаса. И зелень. Все входит. Народ. Пузата Хата всегда вкусная. Да, ешь вареник. Кстати, вот мы недавно польский ели, буквально вот пару недель назад в Кракове в вегетарианском кафе. Ну давай, расскажи. Там, ты говоришь, было очень нежное мясо, и тоже были вареники или с картошками, не или мясо, сыром. Тесто. Да, тесто. Вегетарианское мясо. Прям. Картопелька. Картофанчика очень, нормальненько. Очень вкусно, мне нравится. Вкусно, да? Ну, так что, оно немножко так тянущееся тесто. Кстати, в том кафе было мягче тесто. Но в том кафе и стоило бы делать. Да. Миллиардеры пришли покушать.
вкусно. Так что вот такой у нас был шикарный шопинг с папками. Взяли свои любимые гели, скрабы и еще в пузатой хате поели. Ну, так что, друзья мои, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.